В Пензенской области завершилось первенство России среди юниоров по спортивному ориентированию. 1200 участников со всей страны собрались на лесной трассе в районе Кичкилейки, чтобы помериться силами, скорости и мастерстве, а также побороться за место в сборной команде России для участия в Кубке мира. Трассы, лес такой закрытый, мясистый, овраги, болотца, в районе финишной палатки, все как надо. То есть вы любите, вы легких путей не ищете, любите, когда сложно. Я очень много ездил по соревнованиям, по всех крупных соревнованиях я бываю. Много тренеров, знаете, тренера подходят, говорят спасибо за... Было очень много новшеств введено на соревнованиях. Так, например, результаты и карты с путями победителей записывались на диски и выдавались представителям. Кроме того, все дистанции были оборудованы электронной системой отметок, а карты участников отличались особой точностью. Соревнования проходили в течение 4 дней. В российском первенстве приняли участие молодые команды Пензы и Заречного. По словам тренеров, ребята показали неплохие результаты. Наши спортсмены взяли бронзу в общем старте и серебро в эстафете. Отнять золото у лидеров в спортивном ориентировании участников из Санкт-Петербурга, Смоленска и Челябинска на этот раз ни пензенцам, ни зареченцам не удалось.